Здравствуйте! Сегодня мы с вами проведем тренинг по сценической речи в домашних условиях. Темой нашего тренинга будет дыхание. Итак, чем же дыхание в обычной жизни отличается от сценического дыхания, в сценической речи? Если в обычной жизни мы с вами дышим, набираем воздух в грудную клетку, то в сценической речи, сценическое дыхание, мы набираем с вами воздух в животик. Набираем с вами воздух в животик, делается у нас животик кругленьким, выдыхаем, животик уходит. Итак, попробуем с вами подышать. Встаем в удобное положение, ноги на ширине плеч, ручку кладем на животик и пробуем дышать. Вдыхаем мы через нос, выдыхаем с шумом через рот. Для следующего упражнения я попрошу взять вас ручку и тетрадку и записать следующие буквы. И, Э, А, О, У, И, И. Повторяю еще раз. И, Э, А, О, У, И, И. Наше следующее упражнение называется «Отогрев тенца». Мы с вами также встаем в удобное положение, ноги на ширине плеч, устойчиво стоим. Ручку кладем на животик, чтобы контролировать правильность выполнения упражнения. И вдыхаем с вами воздух в животик и выдыхаем со следующими записанными буквами. Итак, попробуем. Для того, чтобы упражнение наше было эффективным, мы максимально на каждую букву раскрываем рот. Это у нас выглядит примерно вот так. И, Э, А, О, У, И, И. Попробуем еще раз. Вдох. И, Э, упражнение на дыхание с данными буквами. Это упражнение под названием «Мяч». Итак, запишите, пожалуйста, следующее выражение. Хих, хэх, хах, хох, хух, хых, хих. Теперь представьте себе, что вы бросаете воображаемого вашего собеседника мяч. Вот мы набираем также с вами воздух в животик. И с силой выбрасываем его вперед вместе с ручкой. Это у нас смотрится примерно вот так. Хих, хэх, хах, хох, хух, хых, хих. Ну и еще одна вариация упражнения с данными буквами, которая называется ручеек. Если в предыдущем упражнении мы с вами резко выбрасывали звук из животика, выталкивали как будто бы его, да, делали хих, хэх, хах, резко выбрасывали звук, то теперь мы с вами мягко обдаем собеседника воображаемого, да, воображаемыми струями ручейка. Попробуем. Хих, хэх, хах, хох, хух. Хих, хих. Ну что же, вот такие упражнения мы с вами сделали сегодня на тренировку дыхания. И до свидания, до новых встреч.